Из перчатки Таноса выпали два самых красивых камня – изумруд и рубин. И превратились в девушек. Твои кольца великолепны, Руби. Девочки, я и вам подарю по колечку, если хотите. Руби, спасибо за подарок. Мне так нравится. Девочки, хватит болтать. Познакомьтесь. Наша новая ученица – изумруд. Всем привет. Она такая зеленая. Теперь парта выглядит получше. Что? Да как она посмела? Привет. Как красиво. Какая милая девочка. И спасибо за подарок. Зеленый мне идет. Ну уж нет. Этого я не потерплю. Это вы? Это правда вы? Можно ваш автограф? Ладно, почему бы и нет? У меня и ручка есть. Шариковую ручку декорируем самоклеющимися стразами. Распишитесь здесь. Не стану расстраивать девушку. У меня есть автограф Леди Плюща! Директор просил вам передать. Спасибо. Вау, какой красавчик. О, привет. Это он мне? Я вся горю. У него очень плохой вкус. О нет, этот предательский румянец. Нужно его поскорее замаскировать. Мои тени. Толстые палочки термоклея обрезаем, придавая форму кристалла. Покрываем полупрозрачным слоем акрила. Сверху сухой кистью наносим перламутр. Приклеиваем кристаллы к крышке теней. Палочку термоклея мелко нарезаем. Заполняем пустые места между кристаллами. Покрываем лаком и посыпаем глиттером. Изумрудный блеск исправит все, что угодно. Сдую остатки. Пхи! Ой, простите. Мне пора. Руби, будь поаккуратнее. Запущу Валикса самолетик. Ай! Урок выдался еще скучнее, чем обычно. Не скучно только изумруду. Вечно она чем-то занята. Сейчас и я займусь делом. Атака бумажными снарядами. Попала. Ай, прекрати. Ай, безобразие. Прекратите немедленно. Руби, я запрещаю плеваться бумажными шариками. Ой, шарики превратились в маленькие рубины. Теперь они мои. О нет, рубины снова превратились в бумагу. Рискну, все нормально. Изумруд, это тебе. Привет. Приглашает на свидание? Я согласна. Изумруд, реши примеру доски. Интересно, что в записке? Ага, свидание. Этому не бывать. У ластика обрезаем края, придаем форму рубина, термоклеем моделируем грани, посыпаем глиттером. Фиксируем на основе для кольца. Свидание отменяется. Это тебе. Нет? Еще и улыбается. Это так жестоко. Удачи на свидании, изумруд. Мои губы совсем потрескались. И помада закончилась. Нужна мейкап экспресс-доставка. Ваш заказ. Посмотрим. Вау, идеальный рубиновый Эос. Бальзам Эос достаем из футляра. Растапливаем. Добавляем косметический глиттер.
Наполняем футляр. Даем застыть. Декорируем Эос пайеточной лентой. Это вам. Настоящий рубин. Вау! Сейчас же увольняюсь. Теперь мои губы выглядят идеально. На уроке литературы учитель читает драматический роман «Единорожка, разбитое сердце». Ох, девочки, глава 9. Нет, единорожек, не уходи. Радуга все еще любит тебя. Ой, не могу. Это они называют драмой? О, нет. Единорожек больше никогда не сможет любить. Девочки, как же так? Это жестоко. Ну почему? Почему они не сумели спасти любовь? Руби лучшая в команде чирлидеров. Была, пока не появилась Изумруд. Что? Этого не может быть. Привет, девочки. Самую высокую оценку получает Изумруд. Из пенополистирола вырезаем букву. Обклеиваем глиттерным фоамираном. Добавляем декоративные камни. Украшаем бисером, пайетками и глиттером. Нет, а как же я? А тебе достается самая низкая оценка. О, нет! Руби, просыпайся! Это был лишь сон. Как хорошо. Твоя итоговая оценка, Руби. Нет! Фух, какой ужасный сон. Тема урока – минерал рубин. Запишите его химическую формулу. Красный цвет минералу придает примесь хрома. Это очень интересно. А, какая скучная тетрадь. Ничего не сравнится с моим рубиновым блокнотом. На блокноте очерчиваем контур рубина, вырезаем. Приклеиваем металлизированную бумагу. Из полосок цвета серебра моделируем грани. Вау, как он сверкает! Что у нас сейчас? Химия. Тема урока рубин. Так и запишем. Руби, а где конспект? Я написала, что люблю рубины. Лучше бы ты любила химию. Очень плохо. Бери пример с Изумруда. Она очень старается. Как можно сравнивать меня и какой-то Изумруд? Я чувствую, в этой школе есть драгоценные камни. Мой нюх меня никогда не подводит. Все не то. Кажется, я нашел то, что нужно. Проверим. О, да. Настоящий изумруд. Отлично. А это что? Девушка-изумруд. Вот это удача. Ну уж нет, воришка. Посмотрим, из чего ты сделан. Так и знала. Дешевая стекляшка. Спасибо, что выручила Руби. Пожалуйста. Никто не смеет обижать изумруд. Ну, кроме меня, конечно. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, кто понравился тебе больше. Рубин или изумруд? И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.